Моя команда по спасению мира. Коностолб, коробка жук, люка птиц и... танконог. Наш мир обречен на смерть, короче. Как зовет тусить обычная подружка? Привет, пойдем сегодня прогуляемся. И как зовет лучшая подружка? Здорово, ёпта, бухать идем. И отправляет супер независимую леди, состоящую из пивосюлечки. Пивосисюлечки. Да это ж я летом. Сейчас и скажут, фу. Когда посматриваешь свои старые переписки, извините меня, ребят, я был дауном. Смотря насколько они давние, потому что, когда я просматривал свои переписки с лет 11-12, вот да, тогда ты просто отсталый Homo sapiens. А у них-то что в мозгах не так? На голове единорог, под жопой говно и на ногах сиськи. Как сын на это согласился? Он же пацан, чувак, не будь дерьмо. Все-таки до этого было не искусство, а вот это искусство. Это просто фэшн. Я не хочу таких больших перемен в жизни. Может, это бюджетная свадьба просто, чтобы потом, типа, не голубей жарить, а курицу пожарить. Всем привет, и я, как обычно, читаю ваши мемы, и первый мем от Алексея Денисова. Кажется, пора завязывать с валерьянкой. Ну, типа кот, который увидел белочку. Мем от Романа Гришина, сделал костюм для дочки. Это просто шикарный костюм, который я реально хочу. Это же хищник! Мне кажется, дочка довольна, не важно, что она хотела быть принцессой. Мозг, сломай это. Я. Зачем мозг? Просто, блин, сделай это. Ну, типа, это стандартная ситуация. Мозг говорит. Неважно, зачем ты делаешь. У меня один раз улетела ручка прямо, короче, в доску к учителю. Это было жестко. У меня у знакомой раньше была такая штука, типа, ставишь комп, ставишь руль, ставишь педальки и гонишь как гонщик. Только я всегда всирала. Баба я, баба. Да что тут все к машинам-то мажутся? Мне кажется, те, кто находится в тачке, просто... обдрестякались. Анекдот дня. Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе, как в 50 выглядеть на 35. Можно я бухну? Плиз. Рыбка просто кайф. Но тут очень сложно отказать, поэтому бухай. Так, вот это сейчас выглядит очень странно. За что можно арестовать Санту? А. За то, что он ограбил банк. Б. За то, что напился и пугал детей. И В. За то, что мочился посреди улицы. Пишите ваши догадки в комментариях. Рыбак 80-го левела. Акцио... рыба. Грация кошки, ловкость картошки. По-моему, кису чуть-чуть заживала. Мама сказала, что это было моим любимым занятием в детстве. Не, у каждого свои причуды. Я делала в свое время титьки из баночек из-под мороженого. Она в штаны влазила, я титьки делала. Вы пишите, что делали в детстве. Рекламная афиша лучшей стоматологии. Припрутся все. Когда зашел в комнату и забыл зачем. У меня бывает каждый день именно так, как оно здесь написано. Реально, когда родаки спят, ты пытаешься вообще не шуметь и проскочить, как пушистый кролик. Когда ты спишь, все наплевать начинают греметь и орать. Ну а кот вообще без комментариев. Стрельба по парашютистам запрещена, штраф 100 рублей. За сломанный бачок в торговом центре 50 тысяч, а здесь 100 рублей по человеку. Да, в принципе, не так дорого. Конечно, половина не поймет, скажет, надо родить, старости, кто тебе стакан воды принесет? Слуга принесет. Это самбурская на битве экстрасенсов. Сиська-босс метлой. Я не знаю, чем вообще думают люди, когда делают такие фотографии. Почему у нее одна тетюлька свисает до пупа, а вторая типа, йоу, я молодая. Хороший учитель и уроки интересные. Хогвартс! Точно Хогвартс. Или химия. Я, походу, дебил, потому что я не поняла, что нужно делать. Ну, сделала я пальчики так, а при чем тут гипс и, типа, рука. Загнул палец, сломал руку. О, хомячок смотрит на хомячков. Он умнее, чем кажется. Вот и подъехали наши бывшие двоечники. У кого-то гелик, а у меня велик. Тоже неплохо. Когда все были в отпуске, кроме тебя? Не знаю, пусть солярий сходит. Сходит в солярий. Трон стоит, царя не видно. Я представляю, если бы на этом троне сидел царь, то что бы мы тогда увидели? Не, ну надо додуматься, а? Может, он просто толкан проветривает? Объясните, что происходит в моем городе. Ну вот и как это объяснить? Когда в ванной набрался кипяток, и приходится немножко подождать, пока водичка остынет. О, да. Угадайте, где мое рабочее место? На заводе. С базлайтером. Машину хочу. Зачем она тебе? Бибикать. Да, хочу бибикать. Это что, смешной мем? Угадайте, что это за животное? Серьезно? Уши большие видно. Это заяц? Нет, у него полосы, значит это тигр. Это белка. О, боже мой! Блин, даже такая тупая дурацкая картинка. А, я как представлю, что это происходит со мной. Вот крик там будет, я еще не прочитала, просто увидела лапки паука, торчащие щетки. Боже, я уже заорала. Но это, наверное, самая ужасная вещь, которую я боюсь больше всего. Ой, 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 ой,
папой. Когда мама тебя подстригла и говорит, какой ты красивый мальчик, но при этом она покупает тебе свитер с оленями, намекая на то, что ты олень. Хороший, красивый олень. Курица, запеченная в духовке, рецепт не дам. Да, нам и не надо. Сначала я подумала, что это жаба. Но так скоптить нереально. Вообще-то. Как же быстро летит время. Телепузики меняются, вырастают, начинают пить и умирают. Даже этому нужно учиться. Сон на спине, сон на животе, сон на боку. Мне казалось, что я хотя бы спать умею. Но оказалось, я и это делаю плохо. Мама, клянусь, я только что видела ужасно уродливого страшного клоуна в нашем подвале, когда спускалась за вареньем. Пожалуйста, иди домой скорее. А откуда в нашем подвале зеркало? Ха-ха, мама-тролль. А дети писают штаны. Я когда пытаюсь вспомнить слово, которое забыл 5 минут назад. Я когда пытаюсь сложить 2 плюс 2 после лета. 5 минут назад. Уп, я был там. Ровно 5 минут назад. Золотая рыбка, ты ли это? Ее, походу, тоже по рецепту приготовили. Когда забыл голову дома, но не хочешь палиться. А, это портфель. Я подумала, что это типа голова рыбки. Чувак в домике. Добавляйте меня ВКонтакте, кидайте мемасы. И все. Да мы рулим, да детка, мы рулим.